ля шарика ляху. Нет у него сотоварищей. То есть у Аллаха Тааля нет сотоварищей. Здесь мы говорим о единстве Аллаха Тааля уже. И доказывая единство Аллаха Тааля, ученые, богословы приводят различные доказательства, но вначале нам необходимо отметить то, что является противоположностью единства, поговорить об этом, несколько слов сказать, а именно ширк. Почему? Потому что сегодня понимание ширка очень даже запутанное. Люди настолько невежественны, что называют ширком любую вещь. Ага, фотография – это ширк. То – это ширк, туда съездить – это ширк, это сделать – это ширк. Нужно понимать, что ширк – это прежде всего убеждение. Точно так же, как иман в сердце, ширк – это в первую очередь то, что в сердце. Ну а дальше это может выражаться в каких-то деяниях. Человек, может быть, своими действиями совершает какие-то действия, не противоречащие шариату. Скажем, чисто физически он стоит в мечети, в одном и том же ряду с остальными молящимися, совершает те же самые движения, поклоны, стояния, руку'а, суджуд и так далее. Но по сути он из этого намаза может выйти грешником. Если у него намерение, чтобы его молитву или его посещение на молитву, молитвы, или вообще его посещение мечети, его совершение молитвы похвалил сосед, друг, тогда его поклонение является показухой рия, что является малым ширком. То есть человек может быть стоять с нами в одном ряду и совершать ширк. Поэтому ширк – это в первую очередь убеждение, а не какое-то действие. Съездил туда, там фотографию сфотографировался или повесил и так далее, и тому подобное. Поэтому нужно правильно понимать, что такое ширк. То есть ширк – это когда человек считает, то есть он внутренне убежден, что у Аллаха Тааля есть сотоварищи. Сотоварищи или несколько сотоварищей. И исламские ученые выделяли три вида ширка. Первый – имма физзат. Первый вид ширка – это ширк в сущности. Санауи в данном случае имеется в виду зороастрийцы. Это та религия, которой придерживались персы до ислама. Так вот, согласно их убеждению, они считали, что есть два божества – божество добра, божество зла, и они постоянно между собой борются. То есть они считали, что есть две божественные сущности в мире. Это называется ширк в сущности. Второй вид ширка – «ва имма фит тасмия», либо ширк в названии, в наименовании. Ширк в наименовании, его практиковали мекканские язычники. Аллаху Тааля по этому поводу в аятах Корана четко и ясно говорит: «Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Ин хия илля асмаун саммайтумуха антум ва абаукум ма джааля Аллаху биха мин султан». Это Аллах Тааля говорит: это имена. Ин хия илля асма саммайтумуха антум ва абаукум. Эти имена придумали вы и ваши отцы. «Ма джааля Аллаху биха мин султан». На самом деле Аллах Тааля не сделал в этих именах власти. То есть мекканские язычники что делали? Мекканские язычники прекрасно знали, понимали и верили, что есть Аллах. И в другом аяте Аллах Тааля говорит: если ты их спросишь, кто создал небеса и землю, они скажут: Аллах.
То есть мекканские язычники верили, что Аллах Таала существует, признавали его. Но наряду с этим придумывали имена, придумывали себе новых божеств. Поэтому это названо «ширк фит тасме», «ширк в наименовании». Но и третий вид ширка – «ва имма филь васф». Третий вид ширка – «ширк в описании, в качествах». Этот вид ширка практиковали, их называли и хашауя, и муджассима, и мушаббиха. Все это одинаковые названия. То есть это те люди, которые приписывали Аллаху Тааля тело, уподобляли Аллаху Тааля созданием. То есть они приписывали Аллаху Тааля такие же качества, как, какие качества были у создания. То есть уасф, описание, описывали Аллаху Тааля так же, как описывают создание. То есть вот три вида ширка. Помимо этого другого ширка не бывает. Поэтому мы должны это хорошо понимать. И нет ничего подобного ему. То есть Аллаху Тааля нет у него подобия. Как раз вот то, что мы с вами затронули. Если кто-то приписывает Аллаху Тааля подобие, это будет уже ширк. Либо физзат, либо физсифат. Если он говорит, что есть такая же сущность, как божественная сущность, это будет ширк физзат, ширк в сущности. Если же кто-то говорит, что вот он, вот этот человек, или, скажем, Аллаху Тааля своими сифатами подобен тому-то, 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 чему-то материальному, то это будет уже ширк филвасф. И это будет отход от принципа «ля шарика ляху» – «нет у него сотоварищей». И если мы обратимся к наследию наших исламских богословов и посмотрим, какие же далили они приводили, чтобы доказать единство Аллаху Тааля. Так вот, в одном из аятов Корана сказано «Ауд биллахи минаш шайтани раджим» «Ляу кяна фиихима алихатун илля Аллах ля фасадата». Если бы в небесах и земле были другие божества, кроме Аллаха Тааля, то небеса и земля пришли бы в негодность. И на основе этого доказательства ученые разработали такое образное, логическое и понятное всем нам доказательство. Они сказали, да, Аллаху Тааля един, но чтобы доказать это единство, давайте мы представим, что как будто есть два божества. Гипотезу построим. Божество А, божество Б. И вот эти два божества что-то создают. Ну, человека. Условно говоря, Зайда какого-нибудь. Или Искандара. Неважно. И здесь есть только два варианта развития событий. Либо они создают этого человека совместно. Если они создают этого человека вместе, это говорит о, о чем? О том, что они, каждый из них немощный. У них нет кудра, у них нет достаточного могущества создать человека по отдельности. Поэтому они, ну вот как, скажем, если у нас в комнате стоит тяжелый шкаф, и в одиночку мы его поднять не можем, мы зовем друга и говорим, давай перенесем. Здесь получается то же самое. У них не хватает сил, у каждого по отдельности они вместе соединяют свои силы и создают человека. Но божество немощным быть не может. Значит, не может быть двух божеств. Рассматриваем второй случай. Один создает, а другой сопротивляется, не дает создать. В этом случае, если осуществляется воля божества А, получается Б немощный. Немощных божеств быть не может. Остался один в любом случае. И наоборот, если человек не создан, значит, осуществилась воля божества Б, значит, А немощный, он не является божеством, снова остается один. То есть, таким образом, ученые Ахлю Сунну Аль-Джамаа доказывали единство Аллаха Тааля. И по-арабски он называется «далилю тамануа», то есть доказательство взаимоотрицания.
Дальше имам Тахави говорит, «Валя шей айю аджизуху». И нет ничего, что способно сделать Аллаху Тааля немощным. Чтобы нам понять эту фразу, нужно разобраться вот в этом глаголе «аджаза юаджизу». «Аджаза» – его одним словом на русский язык перевести сложно, поэтому мы переводим, либо говорим «сделать немощным», либо объясняем это «сделать так, чтобы кто-либо другой не смог совершить подобное». Как это понимать? Это понимается следующим образом, скажем, вот мы здесь в мечети с вами сидим, договорились, в это воскресенье мы с вами идем куда-нибудь на стадион, устраиваем забег, кто первый придет. Договорились, в воскресенье встретили, побежали, и, например, вот Акбар пришел первым. То есть он сделал так, чтобы все остальные не смогли прийти первыми. То есть он настолько сильно старался, настолько быстро бежал, что сделал так, что остальные не смогли достичь этого результата. Вот в этом случае мы говорим, что Акбар аджа за всех остальных. Он сделал так, чтобы все остальные не смогли достичь этого результата, например. Ясно? И здесь, когда мы говорим про Аллаха Тааля, подразумевается, что Аллаха Тааля, Он единый, уникальный, Он обладает безграничным могуществом, и никто не в состоянии обладать таким же могуществом. То есть Аллаха Тааля аджаза всех остальных, Он превзошел их. И причем превзошел не так, что, ага, вот кто-то из нас первым прибежал, остальных обогнал, ну, на 14 секунд. Нет. Здесь, если мы говорим про Аллаха Тааля, то вообще никакого сравнения не может быть. То есть Аллаха Тааля своим могуществом абсолютен и превосходит всех нас несравнимо. То есть мы на самом деле ничто по сравнению с божественным могуществом. И вот это смысл слова, ничто не способно его пересилить. То есть ничто не способно быть сильнее Аллаха Тааля и даже наравне с ним. «Валя иляха гайруху» и нет божества, подобного ему. Но об этом мы уже отметили, когда говорили про ширк. То есть нет другой божественной сущности, подобной сущности Аллаха Тааля. Причем с вот этим учением Тавхида, что Аллаху Тааля един, приходили абсолютно все пророки, но истинный смысл Тавхида заключается не только в том, чтобы избавиться от всех материальных видимых божеств. Это сделать несложно. Пророк, саллаллаху алейхи ассалям, как мы с вами знаем, начиная от начала пророчества вплоть до переселения из Мекки, ни одного идола не тронул. Они стояли рядом с Кабой, он ни одного не тронул. Потому что проблема была не в этих деревяшках, не этих камнях. Проблема была в душах людей. И вот когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел в Мекку в 8-м году по хиджре, это было сделать очень легко. Он этих идолов толкал своей тростью, и они падали. Это указывает на то, что смысл тавхида, смысл единобожия не в том, что победить только
деревянные, каменные и другие какие-то изваяния. На самом деле смысл таухида в том, чтобы преобразить человеческую душу. На самом-то деле мекканские язычники, они понимали бесполезность своих божеств. Просто это была традиция, которую они боялись изменить. И об этом и есть множество риваятов. То есть в одних книгах рассказывается, что мекканские язычники приезжали на базар, покупали идола, ставили у себя его дома, поклонялись этому идолу. Но если от идола не было эффекта, они несли этот идол на помойку, выбрасывали и ехали на базар покупать нового идола. То есть они понимали всю абсурдность этого. Кроме этого, от Умара ибн аль-Хаттаба, ради Аллаху анху, передается риваят о том, что он вспомнил времена язычества и усмехнулся. И когда пророк Сасану спросил у него, почему ты усмехнулся, Умар ибн аль-Хаттаб сказал, я вспомнил, когда мы были язычниками. Мы делали из сладостей идола и выезжали с ним в путешествие. Когда в путешествии у нас заканчивалась еда, мы его съедали. То есть есть свое божество. Поэтому язычники, они все равно понимали, что на самом деле от этих идолов никакой пользы и вреда нет. Но они боялись изменить эту традицию. Боялись потерять свое богатство, боялись потерять свой пост, боялись потерять положение общества. То есть идол был здесь, нафс, который стремился ко всему этому. Поэтому истинный смысл единобожия заключается в том, что вот здесь очистить себя от идолов. В первую очередь. И если здесь очищено, то человек ни о каких деревянных или каменных статуях даже задумываться не будет. Дальше имам Тахави продолжает описывать сифаты Аллаха Та'аля и говорит: «Кадимун биля ибтида» – «извечный без начала». И здесь мы употребляем именно слово «извечный», потому что оно нам несет смысл вечность в отношении прошлого. Как это так «извечный»? Имам Тахави поясняет «биля ибтида» – «без начала», то есть у Аллаха Та'аля начала нет. Имеется в виду, что Аллаха Та'аля не рожден, не появился, не возник, не был создан и так далее и тому подобное. И в этом еще одно отличие Аллаха Та'аля от создания творений. Почему? Потому что какой бы материальный предмет этого мира мы ни взяли, любой, у него есть начало. Если мы берем человека, то есть дата, когда он родился. И если мы берем глубже, есть дата, когда его зачатие, когда он начал формироваться. То есть у него есть начало, возникновение, сотворение, рождение. И так любой предмет. Если мы, скажем, например, идем в магазин, покупаем, неважно что, творог, ряженку, катык, мы берем упаковку и видим дату, когда этот продукт произведен. То есть он в этот момент появился, возник, был сделан. И таким образом у всего есть начало. Когда оно появилось, было сделано, возникло и так далее, и тому подобное. Но ученые считают, что история Земли тоже насчитывает несколько миллиардов лет, то есть несколько миллиардов лет назад она появилась. Вселенная тоже называется, условная, скажем, продолжительность времени существования Вселенной от начала Большого Взрыва. Если не ошибаюсь, 13 миллиардов лет. Могу ошибаться. Можете уточнить в интернете, в книгах по астрономии. То есть у всего абсолютно в этом мире есть начало. И в этом мы отличаемся от материалистов. Материалисты что говорят? Материалисты говорят, материя извечна, она никогда не возникала, она никогда не появлялась, и она не исчезнет. Она переходит из одного состояния в другое.
Мы с этим не согласны, мы говорим, что нет, материя, она возникла, и есть тот, кто создал материю, и он же переводит материю из одного состояния в другое. То есть это Аллах Та'аля. А сам он извечный, то есть у него нет начала, он не родился, не был рожден, не возник и так далее и тому подобное. То есть это очень важное отличие Аллаха Та'аля от творений. Почему? Потому что, вспомните, на прошлом занятии мы с вами приводили пример с аптекарскими весами. Задали вопрос, весы сами по себе могут изменить свое состояние? Конечно, нет, должно быть внешнее влияние. То есть вот то, что мир существует, это говорит, что да, должен быть Создатель. И вот Создатель, в отличие от мира, он извечен, у него нет начала. Также имам Тахауи продолжает говорить «даимун биля интиха». Дословный перевод «продолжающийся без конца». Более точно мы можем перевести как «вечный без конца». Здесь речь идет о том, что у Аллаха Та'аля никакого конца нет. И снова мы анализируем нас, творение, и понимаем, что у всего в этом мире есть конец. Для человека конец – это момент его смерти. Скажем, если это какой-то продукт, употребляемый в пище, конец этого продукта, когда он испортился, пришел в негодность. Мы его либо выбрасываем, либо животным отдаем. То есть все это его конец. У всего, скажем, даже если мы какую-нибудь очень качественную иномарку покупаем, все равно она рано или поздно изнашивается. Наступает момент, когда ее уже ремонтировать нецелесообразно. Ремонт становится дороже покупки новой машины. И эта машина утилизируется. И таким образом у всего. Это, конечно, является гипотезой, но она тоже подтверждает то, о чем мы говорим. То есть ученые склоняются к тому, что материки движутся, дрейфуют по поверхности Земли. И 250 миллионов лет назад был момент, когда они все составляли один единый материк. То есть Пангея, и разные названия есть. И вот этот материк, у него тоже был конец. Сейчас он раскололся на 6 маленьких материков, которые расположены далеко друг от друга. У гор тоже есть свой конец. Почему? Потому что горы, мы знаем, это когда одна плита наезжает на другую, одна уходит вниз, другая уходит вверх, получается гора. Но если, скажем, процесс идет в обратном направлении, разрушение. Кроме этого, скажем, те же самые горы, несмотря на то, что они состоят из прочного камня, они разрушаются потихоньку. Дождь, вода, снег, лед, солнце постепенно их тоже изнашивают. И наше солнце, согласно предположению ученых, оно, у него тоже есть свой конец. И у Вселенной тоже есть свой конец. Конец есть всего, у всего материального, но что касается Аллаха Та'аля, он бесконечен. То есть Аллаха Та'аля никогда не умрет, не исчезнет, не перейдет в состояние небытия. Могут возникнуть вопросы по поводу человека, человеческой души, ну и человека вообще. Вы можете спросить, а как же тогда вечность человека в раю? Не подобна ли она вечности Аллаха Та'аля? На самом деле не подобно. Почему? Потому что вечность Аллаха Та'аля, она ничем не обусловлена. Он вечен сам по себе. Неважно, мы существуем, не существуем, есть Вселенная, нет Вселенной, все равно Аллаха Та'аля вечен. Все равно у него конца нет. Что же касается вечности людей в раю,
то она обусловлена волей Аллаха Та'аля. То есть люди в раю будут находиться вечно только по той причине, что Аллах Та'аля пожелал создать людей таковыми в раю и пожелал создать рай вечным. Если бы Аллах Та'аля не пожелал этого, то рай мог быть временным, рай мог вообще не существовать. Рай – это подарок Аллаха Та'аля, который он подготовил для богобоязненных. Это воля Аллаха Та'аля. Аллах Та'аля не обязан никого награждать раем. И это воля Аллаха Та'аля, что и рай вечен, и обитатели вечные. Поэтому вечность людей в раю, она обусловлена божественной волей. Дальше, поясняя эту фразу, имам Тахави говорит: «Ла яфна ва ла ябид». Он не исчезнет и не перейдет в состояние небытия. Но это пояснение к тому, о чем мы с вами говорили. То есть Аллах Та'аля не умрет, не перестанет существовать, поскольку именно Он поддерживает существование всего сущего. Без Его существования ничего существовать не может. وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ. И не произойдет ничего, кроме того, что Аллаху Та'аля пожелает. Здесь имам Тахави нам говорит про еще один сифат, еще один атрибут Аллаху Та'аля, атрибут ирада, воля. Воля. И атрибут воля подразумевает, что Аллаху Та'аля создает свои творения в том виде, в котором пожелает, в то время, когда он пожелает, и в том месте, когда он пожелает. И по поводу этого атрибута в Коране Аллаху Та'аля говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим». «Яфалю ма яша». Аллаху Та'аля совершает то, что пожелает. В другом аяте: «Инна Аллаха яхкуму ма юрид». Аллаху Та'аля вершит то, что пожелает. И еще один аят: «Иннама каулюна лишейн иза араднаха анна кулля хукун фаякун». Аллах Та'аля говорит, если мы что-либо пожелаем, вот здесь снова употребляется глагол «желаем», указывающий на этот атрибут, «арада юриду лишейн иза араднаху». «Арадна» – это прошедшее время от глагола «арада», то есть «желать», «изъявлять волю». Аллах Та'аля говорит, если мы что-либо пожелаем, то говорим «будь», и оно будет. Богословы Ахлю Сунна Аль-Джамаа признавали этот атрибут как реальный, как атрибут, который есть у Аллаха Та'аля. В отличие от них, Мутазилиты отрицали наличие этого сифата у Аллаха Та'аля. Они говорили, что ирада – это желание, а желание – это шахва. Шахва – это страсть. У Аллаха Та'аля, они говорили, не должно быть страсти, не может быть страсти. По этому поводу мы говорим, что мы подразумеваем в отношении Аллаха Та'аля не шахва, а ту волю, посредством которой Аллаха Та'аля заставляет свои творения появляться в том виде, в котором они появляются, в том месте, в котором они появляются, и в то время, в котором они появляются. И в противном случае, если бы у Аллаха Та'аля не было бы воли, то все его творения могли бы появиться в одном виде, в одном облике, в одном месте и в одном время. Дальше имам Тахави продолжает говорить: «Ля таблюгуху л-аухам, ва ля тудрикуху л-афхам». Не постигает его воображение вахм, «Валя тудрику ля афхам», и Аллаху Та'аля невозможно понять своим разумом. И здесь, поясняя, имам Аль-Баберти говорит: «Аль-вахм куату юдраку бихаль джуз-ийят». То есть вахм – это та сила, которая заложена в человеке, посредством этой силы
человек познает частные вещи. Вальфахму идраку аль-акли лиль-куллият. Что касается понимания, то это сила, заложенная в разуме, благодаря которой человек познает общие вещи. И здесь имеется в виду, что человек не может ни представить Аллаха Тааля, ни познать своим разумом. Почему? Потому что зачастую мы с вами можем представить либо то, что видели, либо то, что имеет что-то общее с тем, что мы видели. Ну, какой пример можно привести? Сейчас, в принципе, вот эти гаджеты нас уже окружают. Ну, а, например, в советское время в научной фантастике о них только писали, что, мол, в будущем будет то-то, то-то, электронные книги, вот взял, там открыл, какой нужен, и читаешь. Но дело в том, что человек с этим соприкасался. Он держал книгу, и, отталкиваясь от вот этой бумажной книги, у него дальше работает мозг. Он говорит, ага, все-таки, значит, должны появиться такие устройства, с которых можно будет тоже читать книги, но внутри этого устройства будет целая библиотека. В советское время об этом писали в научно-фантастических повестях, романах. Сегодня это и есть, мы этим свободно пользуемся. То есть человек представлял то, с чем он соприкасается. Ну или, например, еще с давних времен люди представляли какие-то летательные аппараты и стремились покорить воздух. Но это было связано тоже с тем, что они соприкасались с чем-то. Они видели птиц, которые летают по воздуху, и у них была мечта. А неплохо бы летать, как птицы. Как это можно сделать? Какие для этого нужны устройства? То есть в любом случае воображение человека с чем-то соприкасалось. То есть на примере птицы, на образе птицы, дальше работала мысль, которая рисовала полеты человека. Ну и на сегодняшний день мы пользуемся, каких только летательных аппаратов нет. И аэропланы, и обычные самолеты пассажирские, и сверхзвуковые, и военные, и так далее, и тому подобное. И вертолеты в том числе, которые, например, рисовал Леонардо да Винчи. То есть в любом случае было соприкосновение. То, с чем человек вообще не сталкивался, он не в состоянии представить. И поскольку Аллах Тааля не материален, его нельзя потрогать, увидеть, то есть познать пятью органами чувств на вкус, на запах и так далее, и тому подобное, то представить Аллах Тааля тоже невозможно. Соответственно, что касается разума и понимания. Разум обычно воспринимает то, что человек либо ощутил внутри себя какие-то эмоциональные переживания, основываясь на своих внутренних эмоциональных переживаниях, человек может пытаться понять другого, почувствовать то, что он чувствует. И также разум воспринимает то, что нам, или ту информацию, которую нам поставляют пять органов чувств. То есть это зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Помимо этого, у разума нет других инструментов. Поэтому, поскольку Аллах Тааля не материален, поэтому разум тоже его познать не может. Тем более, что вот то, что имам Тахауи здесь говорит, «ля тудрикуху» – не познает. Идрак в арабском языке подразумевает полный охват. Соответственно, полностью охватить Аллаха Тааля мы не в состоянии. Да, Аллах Тааля нам сообщает о каких-то своих сифатах, мы их изучаем и узнаем, что наш Создатель, наш Господь, милостивый, милосердный, всезнающий, обладающий волей, могуществом и так далее, и тому подобное. Но полностью охватить Аллаха Тааля знанием – это вне способностей, вне рамок нашего разума.
продолжает дальше. Имам Тахау говорит: «Вала юшбихухуль анам». Слово «анам» в арабском языке имеет разные смыслы. И здесь имам Бабирти приводит, что «анам» – это рух. «Куллю ди рух», то есть все, что обладает душой. Также «джами'аль халяик» – все творения. И третий смысл «анам» – это люди. Соответственно, смысл этой фразы следующий. «Уля юшбихухуль анам» – и не похожи на Аллаха Тааля творения, не похожи на Аллаха Тааля люди, не похожи на Аллаха Тааля существа, обладающие душой. Этой фразой имам Тахауи ставит противопоставление нашей акиды Ахлю Сунна Аль-Джамаа, противопоставляет акиду Ахлю Сунна Аль-Джамаа, нашу акиду, акиде антропоморфистов. То есть в средние века были разные секты антропоморфистов, то есть антропоморфисты – это те люди, которые уподобляли Аллаху Тааля созданием. Они назывались мушаббиха, муджассима, хашавия и так далее и тому подобное. И вот этой фразой имам Тахауи отрицает подобие, похожесть Аллаху Тааля на что-либо. Но в частности, поскольку антропоморфисты говорили, что Аллаху Тааля – это тело, похожее на человека. Поэтому в данном случае мы больше говорим про человека. То есть имам Тахауи говорит, что Аллаху Тааля на людей не похож, на человека не похож. Также это ответ христианам, когда они говорят «Отец, Сын и Святой Дух». То есть мы, это наша позиция, что не похож, не подобен человеку. И подобие, когда мы говорим о подобии, подобие подразумевает разные смыслы. Например, «Аль-Иттихад бин-Нау» – подобие в каком-то виде разновидности. Ну, какой пример можно привести? Ну, скажем, мы берем какой-нибудь современный автомобиль «Мерседес» и берем какой-нибудь «Мерседес», один из первых «Мерседес», который выпущен. Они же, по идее, друг на друга не похожи, но все равно они являются подобием, поскольку и этот автомобиль, и этот автомобиль, и они из одного вида автомобилей. Или, например, если мы берем какой-нибудь внедорожник, Land Cruiser, например, и берем наш отечественный, который раньше выпускался, например, АК. Они же друг на друга тоже не похожи, но все равно они относятся к одному виду. И вот это отношение к одному виду тоже является одним из видов подобия. Точно так же Аллаху Тааля не подобен своим творениям по виду. То есть если мы относимся к какому-то виду, например, приматов, человек относится, то Аллах там ни к какому виду не относится. «Вобильджинси муджанаса» – джинс, ну, здесь пол, можно сказать, или тоже разновидность. Снова, для Аллаха там никакой разновидности нет. «Вобилькамми мусава» – по количеству, по объему равенства. Тоже мы Аллаху Тааля ни объем, ни количество приписывать не можем. «Обиль кейфи мушабаха» – похожесть. То есть то же самое, Аллаху Тааля ни на что не похож. «Обиль мубагати каттихади зайдину амр фи бунувати бакрин». Бакрин. Мубага – соответствие друг другу в каком-либо статусе. И здесь приводится пример. Например, Зайд и Амр являются, оба являются сыновьями Бакра. То есть они одинаковы в своем отношении к чему-либо. То же самое Аллаху Тааля ни к чему не относится. Офишекль – вид, разновидность, образ. У Аллаха Тааля образа нет. «Вабилюадай» – то есть состояние, то есть своим состоянием Аллаха Тааля тоже ни на кого, ни на что не похож. Ну и также еще один вид подобия есть «мутабака», когда соответствует что-то чему-то. Но здесь вот приводится пример в книге, как буква «та» соединяется с буквой «син», то есть их
концы друг к другу подходят. То есть конец буквы Та подходит к началу буквы Син, и они друг с другом соединяются. Вот соответствие. Или, скажем, мы говорим про часовой механизм. В часовом механизме много шестеренок, и они друг другу подходят, соответствуют. Что касается Аллаха Тааля, то для него такого соответствия нет. Он ничему не соответствует в этом мире. То есть вот эти все виды подобия в отношении Аллаха Тааля мы отрицаем. Мы говорим, что Аллах Тааля абсолютно уникален во всем. И в своей сущности, и в сифатах, и в своих действиях. Продолжая, имам Тахави говорит, «Вахуа хайюн ля ямут». Он живой, не умирающий. В Коране по этому поводу сказано, «Ауаду биллахи мина шейтани радим». Аллаху, الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو. То есть смысл: Аллаху, الذي جعل لكم الأرض قرارا. Аллах, он тот, который сделал для вас землю спокойной, ровной, подходящей для жизни. والسماء بناء. И установил небеса в качестве строения. «Васаввараком фахсана суваракум». Он придал вам образ и сделал ваш образ прекрасным. «Варазакакум минат тайебати». И дает вам пропитание из самых лучших разновидностей пищи. «Дэликум Аллаху раббукум». Это и есть ваш Господь, Аллах. «Фатабарак Аллаху раббуля алямин». Да возвысится превелик Аллаху Тааля, Господь миров. Гуаль-хайю, он живой, ля илляха илляху, нет божества, кроме него. Соответственно, если мы начинаем разбирать этот далиль, то Аллаху Тааля с самого начала приводит далили в отношении своего качества жизни. Аллаху, الذي جعل لكم الأرض قرارا. То есть, поскольку Аллаху Тааля живой, он создал. Почему? Потому что неживой же не может создавать. Скажем, камень лежит, от камня же ничего не происходит. Ну или, скажем, вот минбар. Он же ничего не производит, он просто стоит. Соответственно, поскольку идут процессы творения, это указывает на то, что источник процессов творения должен быть живым. «Вассама абинаа» – то же самое, и возвел свод небес. «Васауваракум фахсана суваракум» – он придал вам красивый облик. Дальше упоминается то, что является средством жизни. «Варазакакум минат тайебат» – то есть он пропитает вас, дает пропитание, которое поддерживает вашу жизнь. «Дэликум Аллаху Раббукум фатабарак Аллаху Раббуля Алямин» – об этом мы сказали. И уже делая итог, подводя итог, Аллах Тааля говорит «Хуаль хай» – он живой. То есть только живой способен на все вот это вышеперечисленное. Но вы можете задать вопрос, но мы же тоже живые. Чем же наша жизнь отличается от жизни Аллаха Тааля? А дело в том, что жизнь Аллаха Тааля абсолютно, независимо от чего-либо, а наша жизнь привязана к воле Аллаха Тааля. То есть никто не может оказать влияние на жизнь Аллаха Тааля, и никто не является причиной жизни Аллаха Тааля. Что касается нас, то в нашей жизни есть причина – это Аллаха Тааля. И наша жизнь привязана к его воле. Вот в этом и отличие. И отличие кардинальное. Помимо его воли мы не можем обладать атрибутом жизни, мы не будем живыми. Аллаху Тааля, помимо нашей воли, помимо воли чего-либо, он всегда был, есть и будет живым. И ничто не может изменить. Нашу жизнь изменить могут. То есть Аллаху Тааля по своему желанию, когда приходит время, забирает нашу душу, жизнь кончилась, все. Что касается Аллаху Тааля, то для него такого нет. Он живой,
вечно сущий. Дальше, продолжая, имам Тахави говорит: «Кайюмун ля янам». «Кайюм» имеет различные смыслы. Один из смыслов – «Хуа кайюмун аля кулли нафсин бима касабат». Он контролирует каждую душу вместе с тем, что она приобретает, вместе с теми деяниями, которые она творит. Ну и, соответственно, он является источником вот этого всего. «Укилю ху аль-хафиз». Другое значение «каюм» – он оберегающий. «Укилю аль-каиму битадбири амаль аль-халк». Следующий смысл – «каюм». Аллаху Та'аля обеспечивает существование своих творений. То есть он, во-первых, создает, а во-вторых, он обеспечивает их всем необходимым для жизни. Пространство ли, объем ли, воздух ли, питание ли, всем обеспечивает Аллах Та'аля. И вот наиболее полный смысл, четвертый. «Уакиля аль-каиму бидатихи аль-мукиму ли гайрихи». Вот это более полный смысл. То есть «аль-каиму бидати» – «каюм» подразумевает «аль-каиму бидати». Аллах Та'аля существует сам по себе, независимо от кого-либо. И в то же время «мукиму ли гайрихи» – он обеспечивает существование всего, что есть в этом мире. То есть даже камень не может существовать без Аллаха Та'аля. Ему нужен объем. Нужно, чтобы в этом камне все молекулы, атомы и молекулы держались вместе. В противном случае он распадется. То есть даже камень нуждается для своего существования, нуждается в создателе. Тем более живые существа, скажем, человек. Первое, самое важное, в чем он нуждается, это объем, поскольку мы живем в трехмерном мире. После объема и того тела, которое у нас есть, живой организм в первую очередь нуждается в воздухе. 7 минут, и дальше уже начинаются необратимые процессы в мозгу. Дальше второе, в чем нуждается живой организм, это вода. Без воды 3 суток примерно. Четвертое, в чем нуждается живой организм, это питание. Ну, месяц, 40 дней без пищи, потом гибель. Дальше мы нуждаемся и в комфортной температуре, и в помещении, и в одежде, и так далее, и тому подобное. И всем этим Аллах Та'аля нас обеспечивает. Если в средние века человек охотился на животных, там шкуры были, как-то перерабатывал растения, на сегодняшний день открыты разные химические технологии изготовления той же самой одежды и пищи в том числе и так далее и тому подобное. И все это от Аллаха Та'аля. Даже, скажем, та же самая ядерная энергия. Ведь Аллаху Та'аля ее раньше не открыл, скажем, во время Архимеда или во время Ньютона. Срок ее подоспел именно в 20 веке. Сейчас мы пользуемся этим благом. Она освещает наши дома, согревает нас и так далее, и тому подобное. Это тоже Аллах Та'аля для нас устроил. Та же самая нефть, которую мы добываем. Для того, чтобы нам было комфортно перемещаться из одной точки в другую, из пункта А в пункт Б, как говорят, с разными скоростями, на автомобиле, на самолете и так далее, и тому подобное. Это тоже Аллах Та'аля обустроил землю таким образом. Мы на вопросы попозже ответим, верно? И так далее, и тому подобное. «Ля янам», то есть Аллах Та'аля не спит. Для нас сон, с одной стороны, является благом. Почему? Потому что мы устаем, наш организм изнашивается, в нем накапливаются какие-то, скажем, вещества, негативно влияющие на нас. И когда мы спим,
мы, во-первых, отдыхаем, избавляемся от этих веществ, которые плохо влияют на наш организм и так далее, и тому подобное. С одной стороны, это для нас благо. Но если посмотреть в целом, то во время сна что происходит с человеком? Человек теряет контроль. Контроль не только над тем, что его окружает, но даже контроль над своим организмом. Поэтому мы знаем, что если человек уснул, тахарат испортился. В связи с чем? Потому что нет контроля. То есть отсутствие контроля, сон – это отсутствие контроля, отсутствие контроля – это изъян. У Аллаха Тааля никаких изъянов быть не может. Если вы, представьте, что Аллаха Тааля заснул, как мир будет существовать, как Вселенная будет существовать? Но это абсурд. Поэтому «ля янам», и мы это знаем, мы фактически как минимум 5 раз в день после каждого намаза эти аяты читаем. «Аузу биллахи минаш шайтани раджим». «Аллаху ля илляха илля хуа аль-хайю аль-кайюм, ля тахузуху синату ва ля наум». Не берет его ни сон, ни дремота. «Халикун биля хаджа». Он творец без нужды. Это тоже очень важно. Почему? Потому что если мы возьмем любой предмет, который произвел человек, то этот предмет является результатом нужды. Скажем, стул. Зачем человек стул производит? Потому что на нем сидеть удобно. Автомобили. Зачем мы их производим? Потому что удобно быстро перемещаться из одной точки в другую, чем пешком идти. Скажем, пищу, продукты. Почему мы производим? Да потому что мы без этого жить не можем. Организм без пищи погибнет, мы с вами отметили уже это. Телефон зачем? Потому что он нам дает возможность друг с другом мгновенно почти связываться. То есть во всем этом мы нуждаемся. Либо сильнее, либо послабее нуждаемся. Но в любом случае это наша потребность. На этом как раз и основан закон рынка. То есть нужно удовлетворить потребность. Если ты эту потребность угадал, вовремя правильно удовлетворил, то ты преуспеваешь, ты обогащаешься. Если не попал, значит, что поделаешь. Что касается Аллаха Тааля, то для него нет понятия потребность, поэтому он создатель без потребности. Несмотря на то, что Аллаха Тааля нас создал и создал эту вселенную, Аллаха Тааля ни в чем этом не нуждается. Даже если бы Аллаха Тааля этот мир не создал, эту вселенную, нашу солнечную систему, людей, Аллаха Тааля ничего не потерял бы. И создав нас и все, что нас окружает, Аллах Тааля ничего не приобрел. Да, в одном из аятов сказано: «Ауз биллахи минаш шайтани раджим». «Вама халактуль джинна валь инса илля лиябудун». Я создал людей и джиннов только для поклонения. Но Аллах Тааля в этом поклонении не нуждается. Суть этого аята немножко другая. Я создал джиннов и людей для того, чтобы повелеть им поклоняться мне. То есть в создании Аллаха Тааля мы не можем выявить причинно-следственной связи. То есть если мы можем задать человеку вопрос: зачем тебе нужен микрофон, почему ты его производишь? А он помогает мне охватывать информацией большее количество народа и позволяет, не кричать, если мы говорим просто. То нельзя сказать, что Аллах Тааля создал мир, потому что люди, джинны ему поклоняются, Аллах Тааля нуждается в этом поклонении. Нет, это неправильное понимание. Когда мы задаем вопрос, почему Аллах Тааля создал все сущее, то со стороны Аллаха Тааля нет ответа. Его творение не обусловлено причиной.
Ну, а со своей стороны мы можем искать мудрости, что это проявление каких-то сифатов Аллаха Тааля и так далее и тому подобное. Разикун биля мауна. Пропитающий без затруднений. То есть, чтобы давать нам пропитание, для Аллаха Тааля никаких затруднений, никаких сложностей нет. Если мы, чтобы добыть себе, ну, грубо говоря, кусок пищи, мы прилагаем очень большие усилия. Ну, если мы берем технологический процесс сельского хозяйства, весной землю нужно обработать, посеять туда или посадить, соответствующим образом ухаживать, поливать, удобрять, осенью собрать, и еще не факт, что продукт готов к употреблению. Может, его еще нужно как-то обрабатывать. Соответственно, это затраты физической силы, это денежные затраты финансовые, это затраты ГСМ, это затраты времени и так далее и тому подобное. Что касается Аллаха Тааля, то для Аллаха Тааля нет никаких затрат. То есть вот совокупность всего, что мы перечислили в технологическом процессе, называется себестоимостью продукта. В творении Аллаха Тааля себестоимость нулевая. Кун фаякун. Будь, и оно сразу появляется. То есть Аллах Тааля ни в тракторах, ни в чем, ни в одобрении не нуждается. Будь, и оно будет. И могущество Аллаха Тааля настолько велико, что в отличие от нас, Аллах Тааля сразу может создать готовый продукт. И тому есть пример. Когда ученики Иса, алейхиссалям, попросили чудо, стол, накрытый явствами, и по просьбе Иса, алейхиссалям, когда он сделал дуа, перед ними этот стол появился. Кто жарил рыбу, которая на этом столе? Кто пек лепешки, которые на этом столе? Кто выращивал яблоки? Да никто не выращивал. Аллах Тааля в этом всем таком долгом процессе не нуждается. Аллах Тааля, его могущество безгранично. Он прямо в этом виде может нам это все не спаслать. Мумитун биля махафа. Аллах Тааля, умерщвляющий без страха. Если один человек в этом мире убивает другого, то для него есть опасения. Первое опасение, что он получит возмездие в этом мире, второе опасение, что он получит возмездие в судный день. Поскольку Аллах Тааля хозяин всего сущего. Кого, когда пожелает, создает, и когда пожелает, уничтожает, когда пожелает, вдувает душу, когда пожелает, забирает ее, и с него нет спроса. Аллах Тааля не спрашивается о том, что он делает, а люди будут спрошены. Ба'ithun bila mashaqqa. Оживляющий без затруднений, оживляющий без сложностей. Даже для того, чтобы оживить нас в судный день, для Аллаха Тааля нет никаких трудностей. В суре Ясин по этому поводу Аллах Тааля говорит: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Смысл этих аятов следующий. Разве человек не видит, что мы создали его из капли? И вот он, наш явный враг. Он приводит нам пример, забывая свое творение. И спрашивает, кто воскресит кости, которые истлели? Коль юхия галлади, ответь, оживит их тот, кто создал в первый раз, и он о всяком творении знающий, сведущий.
Эти аяты или истории, их не с посланием, связаны с одним из язычников, который, ну, в одних тафсирах приводится, что это Уалид ибн Мугыра. Этот язычник пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, принес с собой старую кость, ее в руке растер, превратил в пыль, дунул в лицо пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал: «О Мухаммад, и ты утверждаешь, что эти кости будут воскрешены?» И Аллах Таля научил пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как ответить. Мы этот ответ зачитали. То есть тот, кто создал в первый раз, способен возродить эти кости в судный день. И логика здесь простая. Если, скажем, мы с вами взяли какие-то инструменты, скажем, пилу, рубанок, дерево взяли, выпилили, выстрогали, сколотили табуретку. Вторую такую табуретку сможем сделать? Сможем. Нам, для нас это будет даже легче, поскольку мы, производя один и тот же товар, один и тот же продукт, мы приобретаем навык. Что касается Аллаха, то для него нет понятия легче, сложнее. И первое творение, и воскрешение в судный день для Аллаха Тааля одинаковы. Поэтому «Ба'исун биля машакка» – Аллаха Тааля – Создатель без какого-либо затруднения.